Здравствуйте, дорогие мотолюбители! Сегодня в нашем кратком обзоре вещь, без которой в холодную погоду я себе не представляю езду на мотоцикле. Это подшлемник ProBiker Windproof, то есть данная часть подшлемника, все что ниже, да, и как видите здесь вот она идет выше затылка, полностью не продувается ветром. Вот здесь вот такой вот ярлычок, который об этом говорит. Вот как выглядит подшлемник на голове, то есть, как вы видите, он идет ниже шеи намного, и даже когда крутишь головой, он не вытягивается, не дает ветру задувать вам в шею или еще куда-нибудь. Как вы видите, выше затылка тоже идет специальная эта ткань, и ничего не задувает. То есть я вам всем рекомендую, если вы хотите ездить в холодную погоду и дружите со своим здоровьем, то пользуйтесь этим подшлемником. Цена данного подшлемника на данный момент на Луисе 15 евро. Спасибо, что смотрите мой обзор. Всем спасибо, до свидания.